знаки какие? Уступи дорогу. Еще где? Матвеевское шоссе, поворот направо. Высовывайся, высовывайся. Поехали. Смелее, крутируй, крути, 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 крути. Выравнивай колеса. Газу, 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 газу. Выбирай место для остановки и остановись. За регулируемым перекрестком будем выбирать место для остановки. Хорошо? Да. По возможности двигаемся с разрешенной максимальной скоростью на данном участке дороги. Так проехали. Регулирую. А, нет. Это не сдача экзамена, солдат. Поняла? Да. Вот на таких моментах и валятся студенты. Не делайте таких ошибок, товарищи. Кстати, наш с тобой видео посмотрит. Ну, хотелось бы, чтобы тысячи людей посмотрят. Ну, около 100 человек посмотрят. Поржать? Да, где ржать-то? На чем ржать? Тут ничего смешного нет. Тут наоборот, им, допустим, кто-то очень вот смотрит и понимает, а, блин, я на том светофоре завалила экзамен. Вот теперь я поняла, почему я не сдала. Да, перекрестки мы проехали, да, можно останавливаться. Ну, ты один перекресток проехал, регулируемый. Ну, вы сказали, после регулируемого. Все, поехали. Ну, условно, парковка ручная, да? Да. Левый ряд. Двигаемся с разрешенной максимальной скоростью на данном участке дороги. Какая разрешенная максимальная? 40 километров в час, потому что мы не доехали. Мы не доехали чего? 300 метров все. Правильно. А эти стрелочки на асфальте что? Движение прямо, это движение налево и разворот разрешает. Че, правила знаешь? Вообще ты крутая, слушай, молодец. Я почему-то уверен, что ты у меня с первого раза сдашь, ты молодец. Ну, иногда под, как говорится, тупишь, ну, да. Знаешь, и я туплю, и все тупят. Вот я вчера ехал, что-то вообще устал до такой степени, два дня тут сам за рулем ездил. Да, то туда еду, прям вообще прям тупил, короче. Выбирай место для остановки и остановись. Нам это не прилетело. Привет от теплого лета. Да? Да. Поехали, молодец. Да. Мы тоже тебя уважаем.
вами. А я что, ему резко остановилась? Нет, ему просто не понравилось, что ты остановилась вообще, в принципе, здесь. А да? Можно? Да не обращай внимания. Ну, конечно, можно. Выбирай место для разворота. Ближайшее. Нет, здесь. Ну, можно. Здесь можно. Ну, сейчас только вот здесь. Ну, ближайшее-то ты проехала, да? Значит, дальше едем? Нет, почему? Делай вещи, делай. Тихо. Ты куда собралась? На красный? Не вариант. Послушай музыку. Ошибка ясна? Вот так нужно было пропустить всех. Поехали. Кого всех? Надо на красный стоять. У тебя стоп-линия перед тобой. Ну что? Ну выезжай. Еще выезжай. Еще вперед чуть-чуть. Дальше. А. 590. Хорошо, давай сейчас жду. Ага. Ну давайте хорошо. Выбирай место для разворота. Давай, работаем. Здесь, конечно, можно, но поехали дальше. А то я тебя сейчас научу на свою голову. Здесь можно было, потому что ничего нам не мешало, да? Да. Давай в дополнительной полосе уходи влево. Только по сплошной смотри, не закрещи на нее. И резко так тоже не надо тормозить. Смотри, поворот слева, мы еще до него не доехали. Давай, протягивай. Почти до конца, где начинается у нас сплошная практически. Езжай. Вот так, все, стоим. Никогда, главное, не спрятись, поняла? Тебя пропускают, да? А правый ряд тебя пропускает, смотри. Там никого нет. Ну ты всегда будь внимательна, спасибо, ребят. Дело в том, что один пропускает, а второй вообще даже не понимает. Ну... Я поняла, да, что там кто-то идет или едет. Да. За регулируемым перекрестком выбираем место для разворота. Работает до сих пор.
А здесь можно развернуться, да? Ну, стрелочка показывает. Сама спросила, сама ответила. Отпусти тормоз. Ты что? Еще вперед потяни, еще вперед, еще вперед, еще, 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 еще. Крути руль. Поехали. А теперь стой. Поехали туда. Вот. Гудит там, блин. Ну подтяни к светофону. Нам чуть привет сзади не стукнули. Видишь, это желтенькая машинка? Да. В последний момент остановился. Ты на середине дороги зачем остановилась? Не надо. За регулируемым пешеходным переходом выбираем место для остановки. Для остановки? Да. А там нельзя где-то остановиться? Где? За пешеходным переходом. Там будут повороты. Ты сейчас где стояла перед светофором красным? На перекрестке. Перед пешеходным переходом. Здесь останавливаться? Ну конечно, пап, уже не надо, уже поехали, уже так неинтересно. Ты сама не сообразила. Мы стояли перед пешеходным регулируемым перекрестком. Ой, переходом, правильно? Да. Я тебе сказал, за регулируемым перекрестком останавливаешься. Соответственно, проезжаешь светофор вот этот вот и останавливаешься. Вот в чем подвох, понимаешь? А вы пытаетесь там следующее что-то найти себе. Нет, нет, нет. Автобус, смотри, стоит. Да. Уверена? Да. Уже с поворотником. Еще немаловажная у нас ситуация такая. Подъезжая к... Блин, забыл, как называется. К остановке? К остановке, да. Спрашиваю. Ты смотри, да, внимательно, что там автобус делает. Подвох такой будет, что обидно будет. Вот и все. Тихо, 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 тихо. Двигаемся по главной дороге. Запомнила? Да. И уважай всегда пешеходов. Даже если уже загорается зеленый нам, а они все еще ковыляют потихонечку, да? Уж наберись терпения и жди. Они должны закончить маневр. Поняла? Да. Никогда с места не дергайся на светофоре. Если ты в правом ряду, ты посмотри налево. Вдруг кто-то там запоздало идет, понимаешь? Короче, на светофоре никогда первое не дергайся. Левый ряд. Газу. Включай. Отпусти тормоза. Сзади же тоже человек ехал. Мы его резанули. И сейчас справа они всегда едут по дополнительной секции, да? У них даже стрелочка на асфальте нарисована, движение только направо. Давай, 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 давай. За регулируемым перекрестком выбирай место для остановки. Чего он не едет? Все, ты экзамен не сдала. Ну я же его пропускала. Где ты пропускала? Я останавливалась. А он это заметил? Я этого не заметила. Ты говоришь, я останавливалась. То, что у тебя в голове, никто не знает. Понимаешь? Ты должна была наглядно остановиться, чтобы он понял. Максимально скинуть скорость. Но ты этого не сделаешь. Музыку давай. Задачу помнишь? Нет, а вы не говорили. Не говорил? Нет. Ну понятно. Говорили за регулируемым перекрестком, а потом появился автобус.
Ну, это же не означает, что задача наша отменилась. Выбирай ближайшее место для разворота. Хотя бы для вида попробовал бы перестроить. Ну хотя бы для вида, я говорю, попробовал. Хотя бы поворот не включить, там типа, ну я пытаюсь же перестроиться, посмотрите, у меня нет возможности. А у тебя это засчитают? Не... Конечно, у тебя даже никакого действия не было. Вот и все. Что мы должны сделать? Перестроиться влево? В зеркало посмотреть в первую очередь, да. Правильно, значит, перестраивайся. На скоростной режим тоже обращай внимание. Опа, еще раз поворот пролетели один, да? Ладно, едем дальше. Вот здесь? Ты меня спрашиваешь? Ну, надо было здесь. У тебя сама думай, сама. Дело в том, что ты научилась разворачиваться, научилась видеть на дороге. Я уже не нужен. Тебе нужна вот только практика, понимаешь? Тебе советы мои уже, в принципе, не нужны. Еще едем, вперед. Еще. Всегда пытайся почти проехать этот поворот, крутируй. А то мы вот... Они пропустят? Ну, так газу дай. Пропустят. Выключай газ. Вот так, поехали. Выбирай место для остановки. Молодца, поехала. Где движение начало? Включила поворот? Да. Ну я так, на всякий случай. Мне это не видно из-за рук твоих. По возможно. Нет, ты руль держи правильно. Держи правильно. Не надо их ставить так, чтобы я видел панель приборов. Ты должна ехать так, как тебе удобнее, так как положено. Перестраиваемся в левый ряд. Ногу с тормоза убери. Первым делом при перестроении ты что должна делать? Смотреть в зеркало. Глянуть в зеркало, потом... Я смотрела. Ситуацию ты должна потом продумать. Никого нет, зачем тормозить? Кстати, вернемся к тому, что на Тополева была стрелочка только направо. И надо было всегда на красной даже уходить по дополнительной секции. Здесь справа, видишь? И тут тоже стрелочка дополнительная, да, у нас стоит направо. Да. Помнишь, нет? Да. Вот. И мы когда останавливаемся в правом ряду, нам постоянно сигналят. К сожалению, или к счастью, или... Ну ладно. Почему не сигналят трамваю? Потому что логически понимают, что он направо не уедет. Что нам сигналят? Мы тоже не поедем направо. Да? Там различного движения прямо и направо. Выбирай место для разворота, а я по шее дам тебе. Почему? Потому что тут уже сплошная, ты полезла на нее. Поняла? Да. Почему? Правый ряд перестройся. При этом ты не должна скорость сбрасывать. Из-под тебя будут люди уезжать и не давать тебе перестроиться. А теперь выбирай место для разворота. Ты как этот едешь? Туда-сюда, как поезд прям. Вот, видишь, сплошная линия большая, ты уже там хотела залезть. Выезжай на зеленый, выезжай. Не спеши. Остановись, крути руль. Поехали, зеленый уже заморозил. Уже красный. Поехали. Да вообще-то ты, товарищ полицейский, должен дать мне закончить маневр. Сигналит он мне. Но суть не в этом. Куда поехали? Прямо. Вот и правильно. Ты стояла сейчас на середине перекрестка. При загорании сигнала запрещающего красного. При загорании красного запрещающего сигнала ты должна убедиться,
безопасности своего маневра и при этом покинуть перекресток. Запомнила? Да. Это здесь ты будешь разворачиваться за этим светофором, повернешь, а горит красный. Ты должна стоять. Это пешеходный переход. Движение закрыто для всех. Но извини, ты на перекрестке посередине перекрестка стоишь. А тебе еще будет товарищ полицейский сигналить. Что типа, да, я проеду. Вот так вот. Хотя он должен дать тебе закончить миллион. В ямку бух. Выбираем место для разворота. Пошла с газом, с газом, с газом, с газом, с газом. Где газ? Не чувствую газа. Что видим? Движение по полосам, видим синий знак, да? Табличку. Да. Поехали. Раз, сюда. Тормози. Осмотрелась. Крутим руль. Поехала. Поехала, 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 поехала. Газ убери. Выравнивай руль. Газу, 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 газу. Во, в левый ряд перестраиваемся с поворотником. Тихо. Тихо, тихо. Страшно стало? Да. Вот. Вот примерно то же самое у тебя будет на экзамене. Нервотрепка. Понимаешь? Когда тебе любая спокойная команда будет казаться как делай, умри, но сделай, знаешь. Для этого, даже когда я тебе сейчас говорю газу, 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 там, перестраивайся, поворачивай, ты должна адекватно это принимать. Пусть я буду дураком, пусть я буду каким-то нервным, но ты водитель. Ты должна адекватно, ага, перестроиться, что он орет, когда я там перестроюсь, там некуда перестраиваться, да? Как бы ты должна видеть ситуацию, поняла? Только тогда ты станешь водителем, тогда, когда ты будешь чувствовать ситуацию, чувствовать свои действия, знать свои действия, а не слушать кого-то. Ну, типа, ты же учитель. Ну, знаешь, у нас гаишник будет сидеть экзамены принимать, он через двойную сплошную тебе скажет, давай здесь развернемся, и ты развернешься, а потом будешь говорить, а вы же мне сказали, а он кто? Он всего лишь экзаменатор. Он смотрит, как ты научилась управлять транспортным средством. Ну, давай 40, едь. Поняла? Я так поеду. Так поеду. Да дыши глубже, елки-палки. Тебе еще за рулем ездить. Это когда будет-то? Когда будет. Права получше поедешь, когда будет. Все, теперь твое каждое вождение для экзамена будет примерно таким. Посюсюкались, поулыбались, чуть-чуть научились ездить, как говорится, а теперь все, подготовка к экзамену. Да? Да. Не, ну если тебе не понравится, можешь поменять инструктора, если честно. Я, мало ли я сейчас на тебя чуть прикрикнул, ты сразу, ну тебя нафиг какой-то неадекватный. Ну по сути я это сделал специально, да? Ты, наверное, поняла. Ну, по крайней мере, тебе это объяснил. На экзамене с вами сюсюкаться никто не будет. И я все-таки хочу, чтобы мои ученики сдавали с первого раза. Потому что когда у меня ученик долго сдает экзамен, у меня такое ощущение, что мне надо уходить, значит, с этой работы. Потому что если я не могу донести то, что нужно сделать, значит, я не такой уж и хороший инструктор. Выбираем место для разворота. Едем, едем. Давай даже за перекрестком выберем место для разворота. Ой, ой, давай музыку включим. Запомни, на дороге ты когда одна будешь ехать, он всегда будет стресс поначалу присутствовать, всегда, и это не шутки. Дорога ошибок не прощает, люди у нас все злые, они не будут... Только красный, да, мы видим? Да. Вот, люди все злые у нас, да? Они будут сигналить, они... А мне же напи... А, вот, прямо. Не суетись, да, господи. Осмотрись. Дыши глубже. Прямо едь, да? Не спеши. В действиях своих не спеши. Еще чуть-чуть натяни. Вот так достаточно. С
впереди у нас начерчена сплошная двойная, и они должны пересекать. Автобус, да, сейчас будет выезжать, видишь? Да. Но мне кажется, он не станет тебя ждать, да, и вы поменяетесь местами. Мы сейчас посмотрим. Оценивай ситуацию. Машины летят, не надо. Не суетись. Пишите, никуда не нужно. Крути руль. А теперь поехали. Поехали. Выбирай. Выкручивай руль. Я уже сам заговорился. Не суетись. Одно пойми, на экзамене будет такое же волнение. Может похуже, может получше. Ну, в плане себя чувствовать будешь. Но экзамен — это такая штука. Почему-то я сам нервничаю иногда. А вы тоже будете ехать со мной? Ну конечно, куда я тебя брошу, что ли? Я своих не бросаю. Так же, как я сижу, только я буду молчать. И тебе будет то же самое говорить инспектор сзади. И если я обмешаюсь, процесс твоего управления, да, транспортным средством, ну, скажу до свидания. И я тогда вообще разозлюсь на тебя. Скажу, да нахрен я так рад это все с тобой тут делал. Зачем я тут с тобой и разворачивался? Зачем я тебя ругал за это все? Так что едем по главной, двигаемся. По маршруту. Уже лучше стало, видишь? А вспомни свой первый день. Помнишь? Да. Как нарушил, видела, ехал по своей полосе и перестроился в левый ряд. За регулируемым пешеходным переходом выбираешь место для разворота. Повтори. Нет. Что нет? Я поняла. А что нет? Ты поняла, что здесь? Где я здесь остановлюсь? Поехали. Все, поехали, на дроме покатаешься, знаешь. Вот здесь развернуть? Да все, поехали. Где у нас пешеходный переход? Ну мы его проехали. Там это здесь... регулируемый перекресток. Там был пешеходный переход со светофором. Это был перекресток. Пешеходный, вот он. Вот он, видишь? Не то, что ты здесь 60 проехал, ты, конечно, молодец, но там знак 40 был. Там такой же, там тоже... Где? На стрел, ну, на авиагородке, ну, на доме ветеранов. Там вот, где на Дончука поворот, только там один перекресток был. Поехали. Ну, там же был этот пешеходный переход, и им светофор был. Ну, это же перекресток был. Ну, там же был пешеходный переход. Ну, есть регулируемый пешеходный переход, а есть регулируемый перекресток. В чем разница? В чем разница, что регулируемый пешеход... Там только пешеходы могут идти. Машины сбоку ехать никто не может, понимаешь? А здесь, вот перекресток, машины сейчас нам зеленый горит, и пешеходам зеленый, они там идут слева. Поняла? Да. А пешеходный переход, он запрещает всем проезд. Алло. За год, да? Я знаю, что такое франшиза. Александр, ну вы решайте, да, и мне отзвонитесь, потому что уже нужно делать. Мне либо к вам, либо туда.
Ну а поменьше раньше бы тогда сделали. Ну да, давай, давай, Александр. Выбирай ближайшее место для разворота. Вот оно, вот оно. Вот оно. Ну давай. Вот это? Да. И дальше только за аэропортом уже. Видишь, движение прямо. Стрелочки, видишь, показывают? Да. Типа здесь нельзя так остановиться. Здесь стрелочек нет, да? Но я справа знак, видишь? Видишь? Движение прямо. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ру-ту. Выключи поворотник. Видишь, движение прямо. Спокойно заканчиваем свой маневр. Левый поворотник. Не спеши, не спеши. Тормози. Впереди никого, крути руль. Тебя сейчас резанут. Нет, он увидел, что мы едем. Думает, да ну их нафиг. Да. Все. Выбираем место для остановки. А я думал, сейчас заденешь колесом уже. А ты молодец. Поехали. Примерно так будет все происходить, поняла? Да. Я тебя завтра, когда там, завтра приходишь? Да. Завтра закрепим. Когда у тебя теория? Сегодня и в среду. Не, а сдаешь когда? 7 сентября. А, сентября? Да. О, да я тебя рано начал гонять. Не, лучше надо. Да мне кажется, рано я тебя еще гонять. Еще, ты еще практически месяц, а я тебя уже тут начинаю гонять. Ну ладно. Всем спасибо. Всем пока.